Подходит к концу первая неделя предсезонной подготовки Салавата Юлаева. Еще не все основные игроки прибыли в расположение команды, а вот молодежь тренируется по полной с начала месяца. Сегодня в тренажерном зале акцент был сделан на пояс нижних конечностей. За день до этого нагрузка легла на верхний плечевой пояс. Так, чередуя упражнения, игроки набирают физическую форму. Ребята достаточно хорошо тренируются, я думаю, для них такие занятия проводим занятия интересно. Они с интересом это воспринимают, с хорошим настроением, хорошей атмосферой. Из тренажерного зала в зал игровой. Здесь хоккеистам предстоят упражнения на растяжку, на координацию, а затем футбол, баскетбол или, как сегодня, гандбол. Что сейчас самое тяжелое? Сейчас все тяжелые, зал и лед, как бы в зале много, ну, тяжелые веса, много подходов на станции, на льду, ну вообще тяжелые кондиции в эти свои, клюшки, лед, коньки, как-то все, как будто не свое, как чужая форма поначалу кажется. После обеда хоккеистов есть пара часов, чтобы отдохнуть, а затем пора снова возвращаться на арену. Там их ждет тренировка на льду.